Сабодаш Владимир, «Московская правда», добрый вечер. Ваша команда, играя дома с принципиальным соперником, создает два момента, первый из которых на 70-й минуте. Оба этих момента создает великовозрастный Дзюба, который только пришел в клуб. Правильно ли я понимаю, что это именно есть тот атакующий футбол, о котором вы говорили, когда пришли в команду? Спасибо. Да, добрый вечер. Ни в одном из интервью мы не говорили о том, что есть и команда будет играть в оборонительный футбол, в атакующий футбол. Необходимо, я думаю, чтобы более быть внимательным в цитатах и те издания, которые перепечатывают это первое. Что касается развития голевых эпизодов, неважно, кто их создает, молодые футболисты, опытные футболисты, самое главное, они есть. То, что мы первый тайм нацеливали ребят, и у нас это не получилось, это факт. Да, то, что команда перевернула игру во втором тайме и по движению, и по качеству игры, и по тому давлению, то, что мы создавали, я сказал ребятам, то, что от этого нам надо отталкиваться. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Косяков Александр, немецкий журнал «Кикер». Михаил, ну, два разных тайма вы провели. Первый и второй. Второй дал, так сказать, надежду на то, что второй матч будет совсем другим. В чем причина, на ваш взгляд? Ну, мы уже поговорили с ребятами на эту тему, потому что, еще раз повторюсь, что нацеливали как раз на те игровые аспекты, то, что мы увидели во втором тайме, да, на и агрессивное давление, и развитие атакующих действий. К сожалению, нам этого совершенно не удалось в первом тайме, мы очень низко играли, недостаточно активно, недостаточно агрессивно, и за это поплатились, так скажем, пропущенным мячом. Но то, что второй тайм, и я думаю, что по стратегии игры те футболисты, которые вышли на замену, они усилили ее, да, и они дали свежесть, они дали креатив, это как раз вот то, о чем мы говорим, о характере игры, кто может выйти с первых минут, кто может выйти по ходу матча и усилить игру команды. Спасибо. Еще вопросы? Еще можно один вопрос. Михаил, вы хорошо готовите команду физически. И во втором тайме это было видно. Еще вот вопрос. В каком сейчас состоянии находится команда? Вы ее, так сказать, подводите к чемпионату? Или же все-таки сейчас в первом тайме вы, ну скажем так, не было такой установки сразу быстро прессинговать? Нет, вопрос по первому тайму ни в коем случае не в состоянии. Наш уровень готовности позволяет это делать с первых минут. К сожалению, именно в игровых нюансах, игровых моментах были проблемы в первом тайме. А уровень подготовленности, я думаю, что он показал, что во втором тайме, что команда была в движении, что мы заставили соперника ошибаться, и мы были ближе, как минимум, чтобы сравнять и выйти дальше вперед. Но, к сожалению, получился такой итог. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что команда прибавит, то, что по качеству и по состоянию своему мы будем еще сильнее. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Александр Сергеев, РИА Новости Спорт. Вопрос по поводу новичков команды Артема Дзюба и Игоря Смольникова. Как оцените их сегодняшнюю игру и что можете сказать по поводу их физического состояния? Спасибо. Ну, состояние, вы видели, что Дзюба позволяет играть весь матч и определенные моменты игровые, то, что он достаточно неплохо цеплялся за мячи, создавал голевые эпизоды, и партнеры за счет него достаточно были активны. Поэтому, в принципе, замена ему не требовалась, он выдержал, потому что как только он появился в команде, он провел медицинское тестирование, оно показало, что он в достаточно неплохом функциональном состоянии находится, то есть он в движении. Вопрос там игрового тонуса, взаимосвязи с командой, с партнерами, это, конечно, уже вопрос игр, которые предстоят дальше. Вот. Что касается Игоря Смольникова, мы ожидали от него определенные нюансы в игре. К сожалению, что-то лучше получалось, что-то в меньшей степени, но мы это проговорим, разберем. Я думаю, что и определенные моменты лучше. Спасибо. Караваев Валерий, Медиа Таймс. Ну вот сейчас Абаскаль вспомнил матч трехмесячной давности, когда точно такой же, и про первый тайм, и второй.
но Локомотив играл довольно низко, почти весь первый тайм, и отдал инициативу, если поговорить о владении мячом. Вот, но играть было тяжело, практически каждый, ну, если не второй, то третий пас был потерей мяча у обеих команд. И вот эта нерасторопность штрафной привела к раннему голу. Вот можно ли сказать, что сегодняшнему Локомотиву, при том, что как он провел второй тайм, не хватает, вот в связи, опять же, с большим количеством новичков на ключевых позициях, не хватает просто сегодня сыгранности, и что дело наживное. И вы предполагаете, что вот эта взаимосвязь командной, в командной игре, оно, ну, дело будущего. Но в Кубке, к сожалению, нету такой возможности. И предполагаете вы, что вот ожидаемый для вас результат будет отложенной историей, которая приведет к тому или иному успеху? Спасибо. Ну, с одной стороны, вы правильно говорите о том, что вливание новых футболистов, оно требует времени. И, к сожалению, те ребята, которые добавились, они, к сожалению, немножко поздно появились. В расположении команды уже ближе к началу, к старту Кубка, то есть фактически 10 дней мы вместе провели, с учетом там учебно-тренировочного сбора. Вот. Конечно, необходимо время, но мы понимаем прекрасно, что нужен результат, его надо давать, и ребята все прекрасно понимают. Поэтому мы нацелены, прошла игра, у нас есть еще один матч, поэтому мы приложим все силы, все свои умения для того, чтобы навязать сопернику борьбу и пройти дальше. Щеголев Александр, издание «Арти». Михаил Михайлович, во-первых, поздравляю вас, наверное, со вторым таймом, он был действительно хороший. Вот. Постепенно будем надеяться, что «Локомотив» будет двигаться выше уже непосредственно в РПЛ. Вопрос тоже по новичку, по Артему Дзюбе. Было видно, как после мяча, который забил Макеев, который далее отменили, что именно Артем подбадривал спортсменов, первым понес мяч, и как-то, ну, если не знать, кто капитан команды, можно показать, что именно Артем был капитаном. Скажите, пожалуйста, вот вы успели поработать уже непосредственно и с командой, и с без Дзюбы, и с Дзюбой. Как именно изменился, может быть, есть ли фактор Дзюбы в команде? То есть команда стала как-то больше крутиться вокруг него. Может быть, он стал каким-то таким теневым лидером даже в присутствии там Баринова, который на данный момент капитан. Но капитан у нас есть, это Дмитрий Баринов, это не обсуждается. И он свою, все свои аспекты в руководстве, внутри, во взаимосвязи с тренерским штабом он вносит. Что касается вливания Артема, не команда подстроилась под него, а он под команду. Да, это очень важный момент. И, естественно, он привнес необходимые эмоции. Артем реваншист, он хочет, у него глаза горят. Он хочет работать, он хочет трудиться, он хочет играть, он хочет добиваться результата, и это то, что сейчас необходимо команде. То, что он привнес, и другие ребята привнесли определенный импульс команде, это факт. Да, и безусловно, что он своей харизматичностью и эмоциональностью определенные моменты команде дал. Поэтому мы это только приветствуем и очень надеемся, что будет только дальше и лучше. В правильном направлении, в правильном ключе. Пока на сегодняшний день все идет хорошо. Спасибо. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Подождите, да, микрофон. Сергей Нешпал, газета «Рабочий путь спорт». Пожалуйста, оцените игру Максима Глушенкова. Ну, я уже сказал, во флеш-интервью все футболисты, которые вышли по ходу игры, они усилили игру команду и добавили свежести, скорости и остроты, в том числе и Максим. Да, то есть и хорошие передачи, хорошие обыгрыши один в один. То, что опять же мы, когда готовимся к игре, мы понимаем, кто на сегодняшний день может определенные дать скорости с первых минут, выдержать накал борьбы, а кто может выйти по ходу игры и усилить игру команды. Да? То есть это я уже неоднократно говорил о неком стратегическом направлении, когда мы делаем те или иные замены. Возможно, в следующей игре это будут другие футболисты, потому что это конкуренция, да, и я за здоровую конкуренцию, поэтому здесь все в руках ребят. Какая вероятность, что, собственно, в ответном матче он выйдет в основном составе? Ну, у нас еще есть, сколько там получается, пятидневка, да, поэтому мы посмотрим, сейчас главное восстановиться, посмотрим, кто, дай бог, чтобы все были здоровы, а дальше уже примем решение относительно состава ближе к игре.